Нифига себе, меня смотрят. Привет всем, дорогие подписчики. С вами Дмитрий. Давно не виделись, давно я не записывал влогов. По-моему, эта фраза уже стала стандартной для моих видеоблогов. Потому что некогда мне писать, и я стараюсь сейчас работать над основным каналом. И у меня вообще ужасная, просто сумасшедшая, отстойная новость. После того, как вышел замечательный трек Apple «Больше не фрукт», кавер на песню Табаскоса «Viral Song», я, как обычно, взял и запилил его во все магазины, как это называется, дистрибьюции музыки, то есть iTunes, Google Play, Beats Music, ну и так далее, и тому подобное. И смотрю, что-то не заливается, то есть там такая система, что ты отдаешь, тебе пишут, ты отдаешь трек, тебе пишут, что он залит, потом делаешь картинку, обложку альбома, как бы тоже заливаешь ее, ну все вместе там заливается, и обложка альбома, и сама песня, тебе говорят, все окей, все, она через какое-то время появится в магазине. Я смотрю, день не появляется, два не появляется, плюс еще к тому же перехожу по ссылке, и у меня переходит на пустую страницу. То есть я есть, а песен у меня нет. Я начинаю писать техподдержку и понимаю, что я попал, короче. Оказывается, нельзя использовать в тамбнейлах, обложках лица людей и бренды компаний. За это меня и забанили. То есть забанили не за то, что я там что-то какие-то права нарушил, песню скоммуниздил, а именно за то, что я использовал в обложке Тима Кука и бренд Apple. Прикиньте, Apple на меня обиделась за эту песню. Это, наверное, должно мне как-то льстить, но мне абсолютно это не льстит. Наоборот, я очень расстроен, потому что понятно, что песня безобидна, и я не хотел никого обидеть. Но, видимо, в Apple посчитали по-другому. Вот за это меня и забанили. Я в шоке, как бы больше техподдержка не отвечает. Мне как бы написали, что приятно было с вами работать. Все, да пока, типа. И все, я больше стучусь, ничего, от них ответ никакого нет. Это очень грустно, то есть вообще я даже не знаю, как теперь мне быть и что мне делать. Возможно ли мне запилить то же самое через какой-то там другой аккаунт, но как, потому что все песни привязаны, они уже были туда залиты, если, допустим, ты будешь заливать их опять, то сработает как совпадение со сторонним содержанием. Там, наверное, ну, по-любому есть такая же штука, как и на YouTube, только она еще более продвинутая в этом плане. То есть ты не сможешь залить, допустим, туда песню, которая уже когда-то была туда залита. И это вообще очень грустно. Прошло какое-то время, поэтому я об этом спокойно говорю. Вот. Ну что, будем идти дальше. Единственный положительный момент, что я успел вывести оттуда деньги. То есть вот за то время, когда у меня песни там крутились, за что-то зарабатывали, вот, я успел оттуда их вывести. Буквально вот до того, как выпустил Apple «Больше не фрукт». Там небольшой заработок вообще получился. То есть за все время, пока у меня был iTunes, я там заработал порядка $50. Ну, тоже что приятно. Зарабатывать на своих песнях, я об этом мечтал всю свою жизнь. А теперь, получается, мне так взяли так и обрубили мою мечту. Заразы такие. Блин, я же не знал, что нельзя этого использовать. И на YouTube постоянно это все блогеры используют, какие-нибудь лица людей, бренды. И никого, ни у кого не было с этим проблем. Видимо, все-таки YouTube и iTunes чем-то отличаются в плане возможности нарушения прав других людей и компаний. Ну, от грустного перейдем к хорошим новостям. Мы планируем сделать неделю развлечений Би-блог, как делали в 2012 году. Если кто помнит, это было достаточно весело и интересно. Что такое неделя развлечений от Би-блог? Олдфаги, наверное, помнят, что мы в последнюю неделю года
запиливали каждый день ролик. То есть получается, на последней неделе, вплоть до 31 декабря, у нас был какой-то ролик. И всегда он какой-то был интересный. То есть там литерал, там еще что-то. А так как у нас теперь проектов много, то неделю развлечений можно максимально разнообразить. И есть идеи. Конечно, это не будет так эпично заканчиваться, как в прошлом году, песни блогеров, потому что, к сожалению, многие блогеры, которые тогда участвовали в этой песне, до них сейчас просто не достучаться, и чтобы их всех собрать, во-первых, нужно иметь кучу свободного времени, чтобы этим заниматься, которого у меня нет, и у Мишки тоже, потому что он сейчас учится, у него сейчас сессия, там вообще жопа. А во-вторых, нужно запастись огромным терпением, чтобы всех-всех-всех собрать опять. Это очень тяжело. Вот, поэтому будет немножечко скромнее, но я обещаю вам новые проекты, новые интересные идеи и новые ролики. Что вам еще нужно? Вы же ради этого нас смотрите. Потом я посмотрел на то, какие ролики вы ждете. У нас в группе был опрос. И понял, что вы не забыли многие проекты, что вы помните о них и вам интересны они. Поэтому сказка будет, я вам обещаю, что я сделаю, запилю в декабре. Может быть, как раз на неделе развлечений. Это будет завершающая сказка «Уничтожение Ютуба Русландии», часть вторая. То есть на этом, наверное, сказки закончатся. То есть на неопределенный срок, потому что я хочу этот проект немножечко расширить, сделать его более интересным в другом формате. Но мне нужно подумать, как это все должно выглядеть. На данный момент я представляю это в таком виде. Мой закадровый голос и офигенные красивые картинки, то есть в таком сказочном антураже, но со знакомыми нам всем лицами. То есть, допустим, там король-обсиратель с короной там идет с войском. То есть вот это все, вот такие великолепные, красивые картинки и мои рассказы. Это было бы интересно, но у меня, к сожалению, нет знакомого художника, который бы смог нарисовать это все очень красиво. Я просто вижу у себя в голове, как это может офигенно выглядеть, но пока нереализуемо, к сожалению. Но я надеюсь, что в будущем все будет возможно. А сказка об уничтожении Ютуба Русландии, часть 2, выйдет в декабре. А так, пожалуй, больше мне нечего сказать. Ждите премьер на наших каналах. Очень много всего вот здесь вот, в голове, у меня, у брата. Будут замески, будет очень много интереснейших идей. Я надеюсь, они вам понравятся. С вами был, как всегда, Дмитрий. Спасибо большое, что посмотрели. Также хочу сказать, что мне очень понравился формат Bad Comedian, когда он отвечал на вопросы. То есть я понимаю, что многие люди подключаются к проекту и из-за этого задают одни и те же вопросы. Ну, допустим, человек там с 2012 года, он знает обо мне что-то. А там человек с 2014 года, который подключился, он многого не знает и опять же те же вопросы задает. Было бы очень здорово сделать такие онлайн-трансляции. Может быть, в Хардстоуне, может быть, просто я буду перед камерой сидеть, или мы с Михой будем сидеть. Это будет здорово, я смогу сразу же ответить на кучу-кучу вопросов, которые у вас будут возникать. Вы можете прямо их сразу написать, и на все вопросы я смогу ответить. И потом, когда мне будут, допустим, в личку там писать какой-то вопрос там, или еще что-то, я просто буду так, типа, ссылку давать на этот ролик. И все, и зашибись. А то я сейчас скидываю людям ролик 2012 года, когда мне там интервью брали на каком-то интернет-радио. Уже информация устарела, уже совершенно я другой, не тот, который был в 2012. Так что придется, наверное,
отвечать на все вопросы заново. А так, спасибо большое, что посмотрели. С вами был, как всегда, Дмитрий. Пока-пока.